И вот в этом фильме я бы хотел рассказать, ну, показать с другого ракурса, как человек меняется, как меняет любовь человека. И человек, когда вот он влюбляется, и он, то есть человек, который любит, для него даже, я бы сказал, даже уход для него не стоит труда из этой жизни, скажем, да, он уже наполнен чувствами, наполнен любовью. И человек, который любит, который влюблен, скажем, да, неважно для кого там, к Богу, скажем, к детям, у него есть смысл жизни. А в этом фильме я вот уже хотел рассказать вот об этом человеке, который меняет его полностью. Любовь, чувство. Даже вот независимо от того, кого он любит, да, девушка это киллер, да, убийца. Но она, скажем, да, она привносит смысл жизни этого человека. То есть она спасает, то есть спасла душу этого человека. Хотя, да, она физически убивает других людей, но она спасла душу человека. Вот об этом фильм. Да, это, возможно, это банально. Про любви в этом мире очень много снято фильмов, да. Но я думаю, это другой ракурс. Вот этим, я думаю, интересен будет зрителям.